Так, играю. Уровень 7. 8. Почему-то 5-8 пишется. Игра растения против зомби. О, бесконечный садик. Нужно все полить. У меня золотая лейка. Все поливаю. Все поливаю. А где моя улитка? Шоколад нужен. Что еще полить? Это полю, это полю. Как хорошо улитку иметь. Она все собирает. Собирай, улиточка. Удобрение. Ой. Ой, польем. Мой сынок любит бесконечный садик этот. Zen Garden. Так, но я не для этого запустил игру. Я хотел пройти уже последний уровень. Почти последний уровень. В приключенческом режиме. Граммофон. Граммофончик. Оп, золотая монетка. $50. Вот. Еще граммофон. Для кокоса. Еще $50. Как хорошо. Уход за растениями дает доход. Ну, что-то выросло. Хорошо, ладно. Zen Garden. Растения потом. Потом, все потом. Поехали, приключения. Continue. Продолжить. Я тут начинал играть. Пытался записать, не записалось видео почему-то. Вторая попытка такая вот. Так, ну я тут уже, в общем-то, одного Гаргантюа убил. Он был очень сильным. Таким. Так, солнышко собираю. Ах, вы противные. Так. Какао. Ой, не какао. Это не какао. Это кофе. Кофе. Вот он, Гаргантюа. Но он не пройдет. Тут и мина у меня. Может, взорвется. Буду картошку ставить. Сильный Гаргантюа, он проходит почти до конца. А у меня тут шлифовальной машинки нет. Какой ужас. Поставим чесночок. Скоро будет последняя волна. Ну-ка, взорвется картошка, нет? Но он не пройдет. А, взорвалась картошка, как хорошо. Так удивительно, удивительно, в фуме эти грибы стреляют вверх. Не то, что гороховые стрелялки. Так, а, вот сюда надо еще вот это поставить. О, опять горбатё. О! Так, надо еще что-то поставить. Не пройдешь, маньяка. О, этот... Кажется, он пройдет. О! О! Есть! Не прошел. Так, этого надо задержать. Так. Ну давай, давай. Горшки ломай. Ничего страшного. Ой. Еще горшок поставлю. Ой, ой, не пройдешь. Не пройдешь из люка. Я буду горшки ставить. Еще. Не пройдешь большой. О, бинты уже у него повязки появились. Пластырь, пластырь. Вот оно застрял. Все. Так. Ну они уже почти прошли. Ух, какие злые. Какие злые. Солнышки я собираю, собираю, солнышки. Все у меня. О, все замечательно. Кофе. Не забываем. Еще горшок. Горшков надо много. Все ставим. Ставим. Кофе. А это что такое?
неожиданно как. Ой, вот так, еще чеснок. О, а это последняя волна. Все, одну линию надо держать. Вот эту вторую сверху. Оп, $50. А, чесночок поставим. Еще один. Да, ничего, такой земной. Ай, какой злой. Ну, ничего, ничего, мы будем ставить газ вообще. Препятствие. Ага, давай, давай. Питайся. А у меня тут три фумиру. А, все, не пройдешь. Ага, ну-ну, еще два. Гумшума. Все, прошел. О, как хорошо. Ну, наверное, остался босс большущий. Интересно, мешок пропадет? Нет, мешок не пропадает. Ну ладно, я его подберу. О, как хорошо. За каждую золотую монетку $50. О, еще уровень с крышей. Ой, как много всяких. Так, безумный Дэйв выбрал мне амбреллу. Полезная амбрелла. Горохомет. Причем он дешевый. Ай, он не нужен. Именно. Так, фумишрумы у меня, конечно, хорошие, но здесь они не очень эффективные были. Кокос против этого гаргантюа тоже неэффективен. Арбузы и заморозка. Будет. Так, сначала горшки и экономика. Горшки и экономика. А, у меня же бомба есть. Против них. Бомбу буду ставить, вишенки. А, арбуз нужен. Это... И защита, да, какая-нибудь? И все. Получится? Ой, дерзко как. Ой, как дерзко. Ха, это вызов реально. С таким набором 9 слотов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9 позиций у меня. Я покупал 9-ю позицию. Посмотрим, что получится. Только бомбами сейчас буду сражаться. На, что-то я не знаю даже, чем это закончится, такая затея. Пишет, левел 5-9 пишет. Какая-то программная ошибка. Еще сейчас подсолнухи поставлю. Горшки надо, много горшков надо ставить. Конечно же. Грабли не купил. Грабли надо было купить. Эх. Теперь что делать? Теперь вставлю это. Ладно. Ну и горшки надо ставить. Уже вот так. Горшки не сразу появляются. У меня рефреш. Картошка тоже. Так, ну она успеет у меня. Ой. Сейчас она выскочит. Вот двойной подсолнух. Уже. Ну, солнышко у меня будет хватать. Главное, чтобы хватало реакции. Не успевает. Вот тебе. Потратил солнышки. Так, а тут что мне нужно? Ой, солнышек много. Что-нибудь произойдет. Что-нибудь произойдет. Придется тратить что-то опять в защиту. А, защита есть. Вот эта защита у меня отличная. Так. Да, пока он будет есть. Горхомет. Будет стрелять, нет? Не будет. Лишний поставил горхомет. Ну ладно. Потратил солнышки. И поставлю защиту попозже. Так, надо приберечь деньги.
надо солнышко приберечь. Солнышко приберечь надо. Для зонтика. Или сейчас поставить зонтик. Поставлю сейчас. Так, надо двойной подсолнух уже поставить. Что-то у меня с солнышками напряженка. А, картофельная появилась. Двойную ставлю. Так, так. Сюда поставлю это. Так, а сюда что поставить? Проблема. Вишню. Ничего не поделаешь. Потом. Да, сейчас. Так. Проблема. Проблема конкретная. Так, ладно. Разрулим так эту проблему. Пока дешево. Обойдусь. Солнышки не могу ставить сразу много. Тоже проблемка. Подсолнухи экономику делать. Так. 25 у меня стоит. Это. Ладно. Оп. Этот прошел, этот не пройдет. Солнышки. Ой, что делать? Ставлю защиту и картошку. Потом горохомет поставлю против конусового чувака. Так, горшки надо ставить. Так, нижний зомбак не пройдет. У меня созрела картофельная мина. Замечательно. Двойные подсолнухи, 3 штуки. Солнышки более-менее есть. Вишенки у меня есть. Все идет хорошо. Так, крупная из 4. Крупная волна появилась. Нет, ты не пройдешь. Тут будет мина. Так. О-оу. Сначала я поставлю это, потом, потом что? Блин, что делать? То, что я хотел. Ну, так, успел. Так, солнышки мне нужны теперь немножко. Картофельная именно здесь будет. Перец не успевает появиться. Ой, что, что будет? Так, еще 2 солнышка дайте, пожалуйста. Успею? Успел. Поставить защиту сюда. Картошка взорвалась. Это надо поставить. Нет. Грабли бы у меня пригодились. Не знаю, где была ошибка прохождения. Перец поставил. Ага. Нормальненько. 3 зомбаков победил. Это ставлю. Активно. О, этот неудачно поставленный горохомет так и не был съеден никем. И у меня проблема с солнышками. Надо поставить двойное солнышко уже. Так, перец не могу поставить. О-оу. Так, 4 двойных солнышка. Так, эти зомбаки пройдут. Сейчас их сдохнут. Дорогой Зимой. Этот зомби не пройдет, я знаю. Двойной подсолнух последний, все. Экономика должна быть прочная у меня. Вторую. Так. Но у меня еще 5 паркетных машинок есть. Шлифовальных. Они помогут. Так, что я тут. Так, это. Ну, это я сделаю сейчас. Этот взорвался, этот не пройдет. Этот не пройдет. Горшки ставить надо.
Все, солнышко у меня много. Просто не забывать о защите. Ой, а, тут у меня мина картофельная. Так, неприятный момент. Поставим бомбу. Зря. Зря поставил бомбу. Но у меня экономика сейчас хорошая. Экономика хорошая. Должен справиться. Так, горшок поставить? Так, этот проходит. Средний зомбак проходит. Может, пожертвовать чем-то. Тапки нужны. Тапки нужны. Так, сейчас картошку поставлю. Надеюсь. А картошка не поможет. Картошка не поможет. Взорветесь вы сейчас, да. Ну, 4 зомбака взорвались. Монетка. Спасибо за монетку. Хорошо, есть амбрелла. Полезная вещь. Позвонил мой секундомер. Курица сварилась, надо выключить. Так. Здесь у меня перчик. Ой, что-то я подобрал горшочек. Горшочек для моего Зенгардена. Бесконечного сада для. Так. Тык. Теперь что? А, сюда я поставлю горохомет. Почему нет-то? И защиту. И момочки сейчас для Гаргантюа. Если будет Гаргантюа. Сушки. Перца нет. Так. Гаргантюа нет. Хорошо. Кого я грохну-то? Теперь. Не туда поставил! Ошибся! Кажется, я прыгал. Где-то я накосячил. Слушай, много толку мало. А, у меня здесь паркетные машинки. Паркетные машинки. Я сэкономлю сейчас монетки, пусть они все пройдут. Мне экономики не будет никакой. Надо будет быстренько восстанавливать потом, если все. Эти все пройдут. Еще две крупных волны надо будет выдержать. Так, ставлю экономику. Так, монетки. Так. Я и не буду даже пытаться. Так, солнышки. Солнышки, подсолнухи. Подсолнухи, подсолнухи. Подсолнухи. Это не пройдет. Так. Еще горшок. Ну, теперь моя задача не пропустить других зомбаков до конца, а то они в крышу пролезут, не в крышу, а пролезут мне в дымоход. Так, шлифовальная машинка сейчас их, оп, перемолола, молодец. А теперь как убежать теперь оборону? Ой, вообще не представляю. Монетки-то есть, пока что. Так, 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 и вот так, справится. Этого я взорву, этих двоих. О, нет. Этих я взорвал.
Давай-ка я сейчас с вишенками попробую. Пока не готов. Не получилось. Все, я продул. Может быть, это с таким набором вооружений не получится пройти карту. Грабли я забыл сделать себе. Перец. Ну, может быть, просто я решение неправильно придумал. Не выиграл. Ну, я сейчас буду есть мою курочку. Я поиграл, проиграл. Зомби съели мои мозги. Тут кнопочка. Попробовать еще раз. Я нажму кнопочку. Так, ну я еще подумаю, как все это сделать. То, что Дэйв выбрал, он своего решения не меняет. Как было, так и осталось. Картофельная мина. Горохомет одиночными стреляющий. И амбрелла. Ладно, отдохну. Основное меню. Угу. Все, останавливаю запись теперь.